Всем привет! Мы продолжаем поиски развлечений на мобильные устройства. Пока развлечения массовые в России в дефиците. И сегодня я расскажу о 5 игрушках, которые созданы для двоих. А поможет мне в этом Данил Патлин. Всем привет! Ну что ж, погнали! Старая любимая игра Апош с Шарсом, Лазаревой и Пушным. Надень на себя наушники. Пока Даня ничего не слышит, я спою песню. Это не шутки, мы встретились в маршрутке. Она сейчас будет играть задом наперед. Эрик Нуршам. Какой это же язык, давай. Эрик Нуршам селихниц. Этне. Все, теперь мы слушаем, послушаем, да, что у тебя получилось. Смотри, то, что ты спел, переворачивается обратно. Так. А, это не шутки. Вот, собственно, мы и вспомнили старую добрую игру, о которой Данил Патлин даже не знает. Да. Едем дальше. Итак, песни спели, пора размять извилины. Четвертое место, борьба умов. Дань, доставай телефон. Пока Данил отвечает, объясню правила. Каждый выбирает категорию, где три вопроса. И на них необходимо ответить. После того, как Данил ответит, эти же вопросы появятся в моем телефоне. И после этого мы сравним, кто ответил правильно, а кто хуй. Кому шел ежик в мультфильме «Ежик в тумане»? Новолуние. Мимо. Ну, мы поняли, по такому же принципу играются и следующие раунды. Мы едем дальше. Бронзу получает игра, в которой сразу несколько спортивных игр. И выигрывает тот, кто одержит победу в трех поединках. Нет! Стой! Так, нет! Я сам себе забил. Ой-ой-ой, как опасно было. Бау! Бау! Точно, метка. Так, что было? Подожди. Я пролетел, а ты утонул. Блин, надо было держать. Я за красным смотрел. Второе место. Игра Лоботряс. Эту игрушку можно назвать аналогом Эля. Знаешь, что такое Эля? Да, конечно. Например, мы выберем рубрику мультигерой или звезды. Давай говори. Давай звезды. Играл за Реал Мадрид, сейчас перешел в Ювентус. Любимый игрок. Криштиану Роналду. Это он. Все. Переворачивай. По-английски cat есть, а есть... Док? Это такой рэпер? Так. Я стану водопадом. Лепс. Золотая строчка. Первое место. Та самая любимая игра. Угадай мелодию с Вальдисом Пельшем. На войне. Ну, я не успел. Ну, конечно, это сердючка. Я вообще вот такую музыку не слушаю. Знаю. Yesterday. Вот он, бог музыки. Я победил. Мне лавры, пожалуйста. Эти игры прекрасно подойдут и для большой компании, поэтому бери на заметку и рубись на здоровье. Пока. Пока.